Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем проходить мультиплеер Iron Harvest, и я тут буквально на днях решил поспать и проснулся с четкой мыслью, что надо записать видео 3 на 3, потому что в схватках 3 на 3 постоянно творится какая-то дичь, ну в плане эпичное сражение, все такое. Меня постоянно кидает туда, где пушка, ничего не могу с этим поделать, хотя сыграл на самом деле сегодня и на центре уже, и в другом месте. Так, давайте сюда. Инженер у нас по дороге будет захватывать шахты на этот раз. Короче говоря, я сыграл и 3 на 3, точнее и на центре, и вот в этом месте. Но схватки были очень скучные, то есть... враг вообще не хотел воевать, поэтому эти видео на канал не попадут. Просто никак не попадут. Что поделать? Наверное, уже часов 5, не меньше, пытаюсь записать видео, чтобы было интересно. Короче, взял себе в первый резерв вот эту банку-убиванку стражника, и во второй резерв взял меха. В какой-то веке посмотрим на меха. На меха героя Полани и два меха артиллерия. Вот так вот. Посмотрим, что из этого получится. Так, ладно, ребята, давайте тогда... Опять, видите, никто не идет, то есть, наверное, опять будет... Схватка такая себе пассивная. Блин, а? Обидно. Обидно. Так, получается, вот эти ребята идут брать гранаты. Сюда. Ну, пушку-то, да, стоит, в принципе. Стоит садиться в пушку, потому что там уже кто-то бегает, вижу. Вот тут еще никого, да? Еще посмотрим. Так, мне надо, чтобы сюда вот ребята шли. Как там? Так, гранаты мы берем. И инженер пойдет на базу строить барак. Как можно быстрее надо построить барак. Вызвать первый резерв против пехоты. Все, пошли. Если отсюда кто побежит, мы вырезаем срочно. Из пушки там. На ветер свет. Но тут ничего не светит, да, получается? Или же светит? Пулеметчики сейчас убьют их нахрен. Не, рассвет сейчас захватит тут все. Рассвет сейчас все захватит. Так, ладно, давай еще тогда. У нас рассвет пришел. Пошли помогать. Они ушли сразу. Чего не ушли? Понятно. Чего приходили, спрашивается, да? Давайте, я захватываю флаг тогда. Тут, значит, надо железо и нефть. Смотрим на карту. На карте ничего уже не осталось. Все ресы подобрали. Вот, понимаете, пока в комнату. В домик. Нормально, пусть они там развлекаются. Так, первый резерв-то пошел у нас давить. Давайте я его сюда сразу. Пушку я не отдам, скорее всего. Давайте бейте. Не теряем отряды. Хорошо. Давайте в пушку. Снова лезьте. Так, инженеры пока отдыхают, наверное, да? Бункеры мы будем ставить, если что, вот тут. Больше негде. Пушка-то будет бить? Да, работает пушка, отлично. Отлично, отлично. Давайте пока захватываем. Все, пришел у меня мех против пехоты. Сейчас будем союзнику помогать. Хотя он тут, в принципе, и так справляется, да? Без нас. Вот
Вы бы шахту лучше шли, захватывали. Стреляют они тут. Да, тут плохо. Ну ничего. Сейчас мы возьмем инициативу в свои руки, пока не буду отсюда уходить, потому что меня подстрелит эта пушка. Да, фигово, что урон наносится еще и пушке, когда так вот стреляют там. Пошли-ка их догоним. Видите, после патча четверг, который вышел, очень медленно двигается банка. После этого видео выйдут еще два видоса, где будет старая версия игры, так что не удивляйтесь очень сильно. Пробую поставить бункер. Сколько можно это терпеть, да? Вот так вот поставлю его, чтобы пушки надо было тут встать, чтобы нас попасть. Так, ладно, что у нас тут? Пушка пытается пехоту раздавить, да? Это нормально, это все в порядке. Ну, в принципе, уже чуть-чуть повеселее, да? Не так скучно. Так-так-так, ребята, вы куда? Бункер апгрейдим. Дальше у нас по плану апгрейд. Как вы думаете, чего? Как далеко пушка фигачит, да? Дальше у меня по плану апгрейд барака. И вызов второго резерва. Потому что уже время прошло 7 минут. И это на минуте 8 надо уже вызывать на самом деле резерв второй. Желательно. Иначе можем опоздать просто. Ну и пока тут посидим. Флаг нам не к спеху захватывать. Они из этого, из дома очень медленно фигачат. Так, да, пушка хорош. Прям огонь. Все хорошо. Не успеваю, да я. Свалим ее потихонечку. Так, ребята, вы тут засели очень хорошо. Тут у нас пулемет получается. Значит так, что у нас там? Нужно 250 нефти. В принципе, легко. Союзники опять отвоевали. Нет, это будет опять победа. Ай, беда, беда. Ну, пушку развернули, да, уже? Давай назад. Не развернемся, нет? Хочет она разворачиваться? Ну ладно, не очень-то и хотелось. Сейчас у меня придут тяжелые мехи и покажут им, что так делать нельзя. Делают они. Так, давайте-ка пока тут присядем. Пехоту надо послать вперед. Пушка там. Возвращаю ресы. Ну, пушка там уже никакая, да? Можно при желании пойти и захватить. Итак, вот у нас, значит, легкий мех. Это легкос. Выглядит он как горилла. Металлическая. Бьется он в ближнем бою, то есть в рукопашной. Видите, у него молот тут, на который он опирается. Он ими бьет. Как этой. Как называется фигня-то?
забыл название. Оружие такое с булавой. Да, булава. Так, хорошо. Все, давайте свалим отсюда. Этого пока повременим. И два артиллерийских меха могут работать как танки, могут работать как артиллерия. В общем, как угодно. Но, как по мне, лучше, чем... Лучше танки. Лучше как танки. Все, отлично. Вперед давай. И пошел, значит, у нас мех, который бегает. Понервленный бедняга. Еще, может, горилла тоже добежит. Так, то на чинить тебе надо, да? Что тут? Угу. Ясно. Все, пошли куда-нибудь вот сюда вот. Одних ребят я в пушку направлю. Так, не оставляем без внимания. Пушку надо развалить. Уходим справа. Куда ты пошел-то? Нашел, блин, легкий путь. Там еще одна пушка, что ли? Да, он в полевые пушки упоролся. В принципе, оно и правильно. Все, свалим, если успеем. Я не успею, походу. Собака. Потерял гориллу. Ну ладно, переживем. Мне на самом деле тоже бы не мешало пушки заказать, да? Флаг можно захватить, но я, наверное, пойду пока вот сюда. Так, 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 интересно, что будет происходить сейчас. Так, берем. Фигачим пушку. Мне нужна пехота, чтобы... О, здравствуйте. Здравствуйте, мне надо, чтобы меха кто-то поднял. Понятно, короче. Тоже идут уже наши мехи. Это уже дисконнект. Это, наверное, дисконнект, да? Crazy Box. Да. Обидно. Вот такие вот игры у меня получаются постоянно. Никак не могу я нормальную катку сыграть, чтобы было очень эпично. Но эпик будет завтра. Эпик будет завтра. Заходите. Все. Где там инженеры-то путаются? Инженер у меня на пушке сейчас. Так, ребята, ребята. Давайте-ка мы починим пушку. Можно чинить пушку без экипажа-то? Можно. Нормально. Да, ну ладно, чем мы, в принципе, на легкоса посмотрели. Сейчас только еще обилку его покажу. Помню, я, по-моему, еще не применял ее в этой игре. Все, успею кое-что показать. Сейчас они все сдадутся. Ну, короче, там он из пушки своей стреляет по врагам. Вот в такой вот области. Почините его, Малика. Ну, тут пока идем вперед. Все, давай, выходи. Тут наши уже окопались. Что, будете воевать еще, нет? Непонятно. Это вроде пытается что-то бегает. Так,
Она куда-то бежит. Этого не видно вообще, да? Нет, он. Вот этого не видно. Центрального, похоже, что нам. Нет, тут тоже бегает, в принципе, что-то делает. Вон бункер стоит. Это наш бункер ведь, да? Эти пока барак фигачит, да? Нет, не фигачит. Вот такая вот арта. Ладно, пошли. Если успеем кого-нибудь накроем мехом-то. Ну, конечно, печально. Я не знаю. Я, наверное, не буду уже записывать еще одну игру в поисках какой-то хорошей катки, потому что уже реально 5 часов сижу, и мультиплееры 3 на 3 ищется долго. Это просто... Это просто беда. Какая-то беда. Что с этим делать, непонятно. Давайте. Вот такая вот обилка. То есть вот он из пушки своей стреляет по каждому из врагов. Просто по всем. Кто в область попадет, по тем и стреляет. Вот так бьется вот этой... своей булавой. Опачки. Нормально. Так, что у нас тут? У нас штаб-квартира уже минус. Ох ты, здравствуйте. Давайте-ка вот сюда, все успеем. Ну что, как-то боком идет. Интересно. Ой. Он меня пока не видит или видит? Видит собака. Видит, по всем стреляет, просто по всем. Давайте подойдем вплотную, я думаю, что прокатит. Посмотрим на урон по меху. Тяжелому. 150, слушай, класс. Очень даже больно. Вот так вот. Просто подошел и растащил. Да, ну, в принципе, я как бы его как-то не очень-то полюбил, на самом деле, со старта игры. Сейчас вот как-то мне кажется, он даже получше. Ну и все, в принципе, наверное, в этой игре уже ничего интересного не будет. Еще будет 2 видоса по этой игре, но потом, наверное, будет перерыв какое-то время, потому что уже одно и то же записываю. Мне уже само немножечко неинтересно. Да и, как вы видите, вот такие вот игры очень часто бывают. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо, всем удачки, всем пока.